Шифт, типа, прямкам будем взлетать, только смотри, ну, там зениточка стоит, тебе ее объехать надо. Спускаюсь потихонечку, он низко идет. Пошел в разбег я. Так, вижу дорогу и... А, вокзал. Угу, вижу. Дымящий. Сейчас он захлопнет на землю. Так, лайер открыв. Я с тобой. Там есть воздух. Так, через правый разворот, встаем курсом 270 и пойдем с набором. Вдоль дороги. Перекрестки, да, это там цель, все вижу, все. Кто ее пока не попадет? Кто, все как раз на нулях. На нулях? На нулях, над правым крылом. Под правым крылом, смотри, один длинный, его гонит. Да, вижу контакт еще. Ну да, вы, наверное, про него и говорите. Прям под нами. Шифти, если видишь, где? Я так не знаю. Дымный совет. Заходи тогда, помогаем. Кресло 4,5. Не вижу ни черта. Сейчас у него под облако улетели. Давай. Да, я тебя вижу. Все, работаю. Вот, обычно. Оставить пойму под ногу. Все, разворачиваемся. И идем. Я тебя потерял под обувь, потому что если что, я выше. Курс 140. Буду стрелять. Мимо. Идешь плотно? Плотно. По 40 как идете на солнце? Да не, крутимся. Под обувь попозже я остановлю. Да. Самое налево сейчас. Право, да. Ты должен это делать. Наедь. Где же? Далее к ним мы уже двигаемся. То есть где-то 270, да? Ой. Да, точно. Такими движениями. Блин, подобный курс, что ли? Курс 310. Какой-то другого на нуля. 10. 310. Где он тут? Спас. Ребром. Так, я подобно предложу, потому что риски здесь. Вас искать, потому что... Он сбегает, да? Он убегает, да. Почему-то у меня бомба поддержит. 310 убегает. Уже сейчас на север. И два какого-то нашли. Так, вижу атаку. Кто атакует? Лайер над городом, который по курсу 320-330. По-моему, синий кого-то стреляет. Да-да, стрелял синий, но у него я плотно сижу, слишком плотно. А ты на нем или нет? Вижу всех, вижу, нашел всех. Он крутится и дымный, да? Он дымный, да. Он ниже, ты через верх на него переворачиваешься, да? Я не знаю, что я делаю. Так, ну у тебя чисто... А, вот, стреляет Ил, все. Ты Ил сейчас по нему стреляет, я тоже прохожу. Так, ну шифти чисто. Он готов, его Ил забрал. Ну вот. Что парить. Это видел бы, какие он движения делает. Вот такая разница. Так, хорошо. Ну, так, шифт левый, левый, да? Так, сейчас надо опять эти танки. Два контакта ВР, левая выше нас. Я наблюдаю. Левая теоретически должна быть наша. Не вижу. На инверсии? Сейчас над нами проходит. Нет, они подо мной. Прошли на тайм. Это немцы. Немцы, да, два мессера. Так, не могли нас не видеть. Но они прилетели, вышли на инверсию, наверное, один в инверсию залез. Да. Смотри, танки за тобой могут. Мы разворачиваемся, но мы скалываем. Один разворачивается, другой летаешь. А кто вниз падает? Вниз сейчас он падает.
Немец падает вниз, вниз. Шифте, не на нас ли заход? Нет, на танке. Нет, они на танке сюда, да. Кресло где мы есть? Маркистоп, аккуратнее, пожалуйста. Так, у меня 6. Парни, на танковый бой, на вот, атакую, 4 тысячи. На 4 тысячи. Вниз немец сливается, иду за нижним. А, они пары идут. Забыл. Так, давай, 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 он не, меня нет, на 6. Второй я в паре. Меня на 6. Второй немец выше. У кого-то 6, да-да-да. Пять, у меня, вижу, у меня. Не могу. Далеко, у меня скорости нет. Смотри, 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 не у тебя. Близко, близко стрелять будет. Лучше вниз и закручивай. Лучше закручивай. Других вариантов не вижу. Я не успею. Так, увернулся. Он за тобой пошел, иду. Да-да-да-да-да, он пытается висеть на 6. Иду. Там тист. Держись, дорогой, иду. Пускаю. Пропускаешь его? Да-да-да, пропустил. Все, зарабатывай. Ой-ой-ой-ой! Блин, дыни, я пропустил заодно. Пытаюсь удержаться. Работаю сейчас. Я бы шугани, чтобы он от меня отвалил. Первую передачу не забудьте включить. Да-да-да-да. Есть. То есть я все сажусь на него полностью сейчас. Эх, в твоем случае даже форсаж. Пойдет. Так, а второго шутика? Второго я мониторю, он сейчас на 4000 меня крутит, но то есть он, боюсь... Так, сажусь тоже на него и в сторонку пойду. Да, все, сжег, добивай. Вроде будет попадание, не знаю, работает дальше. Давай пониже спустимся, хоть найдемся, может. Если можешь, атакуй тоже, но он что-то... Я у тебя сзади, да. Дымный фриз, да? Да-да-да, фриз вроде падает. Ну я не понимаю, что... Нет, он уходит, он сейчас в это... Так, второго потерял. Работай, я пойду с набором. Так, шифте вижу, а вот немца не вижу. Да, я на шифте секунды, оно. Да, ты, у тебя чисто. Это где-то выше есть. Меня был фриз, я буквально только что потерял. А он-то меня наверняка видит. Так, у тебя вот я... Пролетел. Да, я над... Вот я под тобой. Двое. Где же она? Кресло вообще ориентиры какие-нибудь. А, вот, нашел его. От меня выше лево. Отлично. Кресло. Я у тебя снизу. Сильно а, вижу, выше. вижу, да. Смотри, в этот квадратный лес. Так, я чуть влево иду от тебя с набором. Попробую в сторонке набрать. Я попробую? Отлично, Лайер. Я иду влево, а ты как бы за ним тянешь. Так, он ныряет. Ай! Мимо. Отлично. Высота высокая. Блин, дудок у него было до хрена. Он от солнца идет. Высота какая? А, все, он на меня, да, еще хочет. Около 5? Он, нет, он уже спикировал на 3. Ну да, на 3 нырнул. На 3 идет. Сейчас обратно лезет. Да, опять вверх выпрыгивает. На 3 идет на запад. Иду, а я иду с запада. У меня 4500, и он выскочил выше меня, так что... Он пятиточечный, так что это все... Рус, все, мы ушли. Да, главное, блядь, выжить. Нет, так, он куда? Вниз, шифте, и на солнце не вижу. Солнце идет. А, не вниз, солнце. Да? Все. Мы вниз. 529 квадрат. Блин, я закрыл. Достаем на север и идем четко на танки. Ах, тупо. Блять, и я тоже. Догнать решили. Два брата акробата, мы закрыли. На закрытках догоняем, кесера, блять. Я как это вот, да? Высоко 5. Ну да, у него 5. Инверсия? Все, идем на север. Пока нет. 112-115 идет курс. Солнце идем, да. Я не слышу. Так, я вправо поворачиваю. А, что? Я говорю, идем на север, четко на север, и слева от нас будут там, чуть левее. Так, у селом кто-то еще летает, а, тоже едет. Так, я подхожу в, я, короче, 455 квадрат, прохожу танком, высота у меня 2000, и, в принципе, у меня быка не было немного. Вы все с тем завязали? Больше нет, не за ним он уходит на 5000. Он сваливает, да. Понятно. Как я так иду? Так... Там ил работает, вот. Да, над этими? Не получил. Там два ила, там, да, два ила ходят. Да, вот я над ним сейчас, на
2500. Но у меня БК очень мало, я даже не знаю, что делать. В принципе, я бы ушел домой, если честно. Я потому что до вас все равно, наверное, паузу не продолжу. Ну вот сейчас к нам еще в радар, да, мы как раз по дороге идем. Так, а сзади, ну-ка дай оно на этот лайт. Ты дал оно? Я нет. Дай? Даю. Да, ты все вот. Вижу. Я у тебя. Он разворачивается через вверх, на инверсию выскочил. А я его не вижу. Он левее солнца у тебя, по твоему курсу левее солнца. Понял, понял. Блядь, лучше не ходи в лоб. Нет, не пойдет, не успеет. Хорош вообще. Сразу и масло, и что-то еще. Двигатель, да, практически. Причем я стрелял так наугад и только с кассами. Короче, добивайте, собираем. Короче, он мой. И уходим. Я его держал все это время, пока вы дрались с нижним. Красава. Пир, у нас контакт. Вижу. Идем. Лайер, смотри, он в твою сторону. У него 5 дудок. А я не вижу, ну давайте я спикирую, пусть пикирует. Еще один наш. Я тебя тоже не вижу, но просто он идет в твоим курсом, к тебе. Здесь дымящий тут ходит. Ребята, вы за дымящим идете. Ага, мы идем за ним. Ну там еще кто-то за ними не видел, что ли, не понял. Я 90 ухожу, вижу дымящего, да, вижу его шифтик. У него что-то палилось еще. Да, я за шифти следом. Вижу танкист. Это он трусовый. Выстраиваюсь танкист. А, кабину открыл, думаешь? Вы не увлекаетесь, похоже, сейчас притащит, он чуть-чуть пойдет. А, сейчас хорошо. Уже. Так, ну чё, я где командир-то делаю? Я ниже? За тобой там. Ребята, кто ниже под облаками? Там два ИЛа работают. Возле города, да. Если два ИЛа работают. Да, а их там четверо, трое. Их там трое. Значит, кто-то уже еще подошел. Кто надо проверить. Танкист прошел. Вижу 4 контакта, танкист. Вокруг тебя 2 контакта наблюдаю. Кто-то на тебя идет прям. Так, два ИЛа я вижу. А но атаковать кто? Не стал. Кто это? Шифтеля я не вижу. Так, я не вижу вообще сбил? Никого. Короче, Кристал, два ИЛа. Три. Дал огни, иду с каким-то контактом, которым я тебя сейчас только что проскочил, и идет курс. Вижу тебя с огнями и еще 2 контакта, да. Это мы. А, да я вот вижу, вот оно сейчас дайте, ребят. Влево вверх, тот пацан. Я? Да, вижу. Все свои. Так, красиво. Танкист шифти, 90, уходим. Да, давай. Принято, я за тобой стою. Дал огни. Да. Че, пойдем сядем? Мы постреляли, нам БК надо. У нас БК нет уже, да. Хотя у танкистов все в порядке. Ну, ну блин, вот я пару очередей. Нет. Группой садимся. Билли хороший вылет. Уезжаю с полосы. С каким-то зеленым мехом. Давай, все, да? Да, я на танкист, все. Вайер тоже все. И меня уговорил, ну не будет, а что если что там пишите. Так, не разбегаемся. Не впадай в цель. Ха-ха-ха. Бир сел вообще без повреждений. Бир напишет. Отпишешься, ну? Хорошо. Так, у Шифти это сегодня 5-й вылет, так ведь? Да. Поехали 4-й. Танкиста 2-й. Вы сегодня 5 вылетов сделали? Ты да. У тебя самолет поднимал довольно много. Так, что ты там сбил? Месса, да? Сейчас? Да. Один мессер и один в группе получил. Ну, в группе он пришел. Ну там учимся считать. Ну что, осталось еще только сесть нормально. Ну да, я вот сажусь. Пытаюсь. Я сел. Не напугал, блин. Отлично. Я сейчас смотрю отчет, один сбит, один будет. То есть у тебя сегодня 2, да, там получается? Да, 7-ка еще одна. И так. В коврике отпустился. Не, в этом. В офисерском квесте. Угу. Кем летал, что сбил. Так, танкист сел. Good. Ладно, всем спасибо за полет до сегодняшнего. Значит, выходных меня не будет. Да. Отчетик я сделаю. Ну, наверное, уже в понедельник, потому что, ну, это... сейчас уже поздно, уже жестоко будет. А уезжаю завтра в Америку. Да, удачи. Давай, пока.
пока. Давайте покинем всем. Всем пока. Пока. Но все-таки, когда танкист закричал, я увидел, что в меня стреляют 5 дудок, это был момент.